Ребята, всем привет! А я к вам с новой интересной информацией. Кто настоящий парень Златы в реальности? Что происходит между Кириллом и Златой на съемочной площадке? И я вам покажу новые интересные и эксклюзивные кадры. А также расскажу, как на Миру обрушилась гора хейта из-за того, что она просто выставила фотку со Златой, как ее обзывали и говорили всякие неприятности. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что здесь очень много интересной информации о Funny Friends и о других блогерах. Я жду, а мы начинаем. Вот эта фотка стала новым фактором для обсуждений. Многие писали и думали, что это новый парень Златы. Он называется Роман. Он уже достаточно большой за Злату, примерно на 5-6 лет. Все считали на протяжении примерно 2 месяцев, что они встречаются. Но новый комментарий, который написал Роман недавно, разрушил и изменил все. Ну что, вы готовы его увидеть? 1, 2, 3. Он написал, что они просто друзья. Ну, в общем, он закрыл все темы для рассуждения и написал, что они просто друзья. А в это время Кирилл бьет все рекорды, что быть настоящим парнем Златы и не только в сериале, потому что они даже целовались. А также он подтвердил, что ему в реальности нравится Злата. Вот доказательства. А теперь посмотрите их интересные и душевные кадры. Маш, я же надеюсь, ты не забыла, на кого бутылочка повернулась? Нет, не забыла. Юлия Валерьевна, они там что, в бутылочку играют? На поцелуи! Попались! Но Злата не очень хочет, чтобы Кирилл был ее парнем не только в сериале, потому что он намного меньше ее ростом. Но он скоро вырастет, и мы будем видеть настоящий роман. Все, мне это надоело! Вам придется смириться с тем, что мы с Машей любим друг друга. Также на мир обрушилась гора хейта, потому что она выставила фото со Златой, где они целуются в щечку. И многие начали писать, что это неприлично и ужасно, как для девчонок. А как вы считаете? И это продолжалось примерно 1 месяц. А если вам понравилось это видео, то подпишись на канал и жалей свои подписки, потому что здесь очень интересные новости о Funny Friends и о других блогерах. Тебе точно понравится. Так что я жду. До скорой встречи. Пока-пока.